Да, да! Сегодня мы этого добьемся. Так держать, мистер Рой. Так мы договорились. Я не отдам компанию на поругание твоим неандертальцам. Папенькин сынок, какого хрена? Хочешь сбить цену? Может, позвонишь папочке? А ты не хочешь позвонить папочке? Сынок, бизнес — это соревнование. Нет времени быть слабым, миролюбивым. И я волнуюсь, что у тебя член хиловат. Он не будет тебя уважать, если ты не попытаешься его сожрать. Я не о том, что из меня гендиректор был бы лучше, не о том речь. О том, раз ты так сказал. Это моя стратегия. Будем следовать ей. Мы с тобой. Захватим власть и все изменим. С новой командой. Ну, я не так уверена. Что ты имеешь против меня? Ты не хищник, ты безмолвный зеленый юнец. У тебя зависимость. Подожди, хватит. Я так не думаю. Я просто пытаюсь говорить, как отец. Отлично выходит. Браво. Кто сейчас у руля? Я. Да, очень серьезно. Это старый мир. Когда-нибудь в этом мире все изменится. У тебя своя игра. У меня своя.